Бобруйск – город, который по праву гордится своим архитектурным наследием. Бобруйская крепость, дом купчихи Кастельсон, православные соборы и многое другое. Это все, конечно, интересно, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Тем более нам есть что показать. Все туристические порталы в один голос утверждают, Бобруйск – один из немногих городов Беларуси, где в прекрасном состоянии сохранилась дореволюционная застройка. Но и современность в этом месте живет. Кофейни, бары, рестораны – конечно же, памятник местному джентльмену – Бобру. И совершенно неудивительно, что горожане так любят улицу Социалистическую, или, как принято у нас говорить, Бобруйский Арбат. Но сейчас мы на пересечении Пролетарской и Пушкина. Знаменитая водонапорная башня. Именно здесь расположены единственные в мире часы, которые бьют ровно в 7:40. Водонапорная башня построена в 1927 году. В начале нулевых было произведено 2 этапа реконструкции, после чего здание получило современный вид, смотровую площадку и панорамный лифт. А внутри вежи специально сохранили стальной бак, главную часть водонапорного механизма. Так что в случае надобности сооружение сможет, как когда-то, обеспечивать город водой. Летающая тарелка посреди Бобруйской крепости. Нет-нет, это не фантастический фильм. Это многофункциональный спортивный комплекс «Бобруйск-арена». Приземлилась тарелка в этом месте в 2008 году. Трибуны вмещают более 7 тысяч человек. Это 3-е по размаху спортивное сооружение в нашей стране. Нашумевшая кинолента «Легенда номер 17» про выдающегося хоккеиста Валерия Харламова снималась именно на Бобруйском льду. Поэтому наша летающая тарелка известна далеко за пределами Беларуси. Он пережил советский атеизм, выставки, концерты и даже дискотеки. Он победил время и вернулся к своим истокам. Бобруйский феномен – костел непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии. Неоготический стиль, величественный алтарь и неповторимая атмосфера. Божий дом был построен в начале 20 века. Первоначально на входе верующих встречали стрельчатые арки и высокая ажурная башня-звонница. Но в 60-е годы прошлого столетия входная группа католического храма была снесена и вместо нее пристроено обычное 5-этажное здание. Лишь на рубеже веков костел вернули верующим и здесь возобновились службы. При слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Все соглашались ехать в Бобруйск хоть сейчас. Бобруйск считался прекрасным высококультурным местом. Этой фразой «золотого теленка» местные жители невероятно гордятся, как и бронзовым Шурой Балагановым у самого яркого ресторана города. И своим бобром, который на животное, в общем-то, мало чем похож. Максим Кебель, Максим Галенко, Бобруйск 360.